Здарова, терраформисты! Ракслер снова с вами. Продолжаем, значит, терраформировать нашу планету. В прошлый раз мы немножечко пробежались по обновлению, да, посмотрели, что у нас тут новенького было, новые биомчики, новые локации, пещеру новую нашли, всякие ресурсики, в общем, там пошерстили. Что мы будем делать сегодня? Сегодня мы будем делать, наверное, что-то очень интересное, я надеюсь на это. Давайте соберем урожай. У нас тут что-то дофига всего выросло вкусненького. Так, это мы все собрали, замечательно. Мне кажется, нужно вот еще для двух грибов поставить вот такую штуку. Где она? Вот она. И нужен железо, алюминий и бутылка воды. У меня как раз еда кончилась, давайте ее немножечко восполним. Так, у меня что-то с водой вообще беда, да? Прям по нулям он сейчас умирать уже начнет. Мы ему это сделать не дадим. Отлично. И чё? И алюминий, да? Но алюминий же у меня где-то должен быть. Сейчас посмотрим. Так, чё-то... О, видали? Я тут, в общем, кое-что нарыл. Небольшую информацию, так сказать. И оказывается, сюда можно поставить цветочки. И эти цветочки будут расти... Сейчас мы будем проверять. Давайте проверим. Допустим, мне вот такие нравятся. Семя 0 на красивые розовые цветочки. Они, по идее, типа, должны расти вместе с травой. Ну-ка. Так. Офигеть. Блин, красиво. Слушайте, я теперь хочу вокруг базы засадить все вот такими цветочными полями. Офигенно. Распространитель семян. Это у нас какой? Это второй, да? Здесь у нас удобрение магний всего лишь надо. Давайте сначала поставим вот эту штуку. Так, получается железо и алюминий. Железо и алюминий я знаю где взять. Это у нас вот в том биомчике будет. У нас уже вон трава, видали, повсюду растет. Поэтому, в принципе, все красиво и симпатично. Единственное, что здесь мхак такового нет. Но зато травинка какая-то имеется. Уже симпотно. Так, вот алюминий, вот железо. Давайте весь алюминий соберем. Вот еще я там видел, что мне магний нужен. И мне по-любому нужен будет кислород, потому что у меня кислорода в запасе нет. Это все остальное пока пусть здесь лежит. Еще кое-какая информация была, что где-то здесь золотой сундучок имеется. Где-то вот в этом месте. Типа какая-то арка, и на какой-то арке должен быть сундук. Сейчас мы попробуем проверить. Так, здесь я ничего не вижу. Ничего не вижу. Может быть, вот здесь? Здесь, по-моему, был какой-то сундук. Мне кажется, что я его находил. Нет? Сейчас проверим. Так. Здесь ничего нету. Здесь тоже ничего не вижу. А где? Может, вот эта арка тогда? Давайте на эту арку залезем, посмотрим. Ну-ка. Так, здесь тоже ничего нету. Но, возможно, я просто либо здесь собрал, потому что... Я помню, что я тут что-то лазал, что-то смотрел. И, возможно, я просто его собрал. Но в памяти у меня осталось, я немножко почитал, что где-то здесь должен быть золотой сундук. Ну, что-то я не вижу, поэтому... Либо я его собрал, да, либо я просто не туда смотрю. Ну ладно, не беда. В принципе, в золотых сундуках, вот мы даже смотрели, да, там ничего такого особо прям мега-супер-какого важного нет. Если бы там какой-нибудь попался, допустим, стержень, еще было бы круто. Ну, в принципе, я его и так могу сделать. Не такая уж критическая потеря в случае, если я его не нашел. Вот, я хочу цветочки, блин, мне вообще нравится, прикольно, слушайте, как раз терраиндекс у нас будет расти. Так, делаем, значит, кислород. Ставим здесь вот эту приблуду. Будем на ней выращивать грибы. О, теперь видали? О, вот что, теперь стрелочки есть. На постройках показывается, где перед, а где зад. Слушайте, это офигенно. И вот сюда еще одну впендюрить. Так, мне железо надо, где он? Мне металлы, вот. И вот сюда еще одну. Вот так. О, все, теперь у меня грибы растут, замечательно.
Грибы мне нужны были для того, чтобы делать... Вот, самородки, да, биопластические. Окей. Что... Вот. Удобрения. Удобрения у меня... Удобрения где-то здесь. Вот они. О, видали, сколько удобрений? Я сейчас построю. Так, чертеж мне не нужен. Вот это я пока не знаю, куда девать. Сеолит, я там газовый уже экстрактор один поставил. Поэтому... пока вот этих рецептов... Вот с этим газом или где? Вот, да, удобрение Т2 и мутаген я пока не видел, поэтому трогать мы это не будем. Так, вот это мы выложим. Грибочки пока тоже выложим сюда. Радиоактивные элементы мы положим сюда. Надо будет потом заново сбегать, получается, в ту локацию, в новую, да, где арки. И оттуда насобирать всяких вот этих вот, то, что у нас осталось еще. Ну и по пещерам, соответственно, пробежаться тоже... Там посмотреть. Еще две бутылки воды мне надо. Вода у нас есть здесь. Воду берем. Все. И теперь, соответственно, вокруг вот здесь я хочу поставить. Смотрите, и далее вот здесь будет красота. Вот так вот ставим. Теперь какое-нибудь семечко берем. Семечко, допустим. Во, вот эти будут три. Видали, какие клевые, красивые, замечательные. Но он еще пока и просто не выросли. Потом, когда вырастут, будет офигенно. И еще на один у меня есть ресурсы. Давайте возьмем магний. Магний у меня хранится вот здесь. Не понял, почему у меня тут радиоактивный элемент. А, потому что у меня там было сильно много, я их сюда выложил, да? Так, давайте исправим эту оплошность. Положим все на свои места. Отлично. И поставим еще, наверное, вот сюда. Вот здесь тоже будет вот так вот красиво, симпатично, замечательно. Чего, блядь, серьезно? Окей. Три урановых стержня. Сколько урановых стержней у меня есть? Один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А для этого мне надо один и два сплава, да? А у меня сплавы есть? Сплавов у меня, наверное, просто нету. Сейчас я все обшарю, потому что я уже начинаю забывать, где у меня что было. Так, сплавов нету, сплавов нету. Здесь кремний почему-то здесь лежит, ну ладно. Так, у меня, короче, везде все закончилось, да? У меня есть только биопластик, биопластик. Хорошо, давайте сделаем еще один такой же. Сколько вот? Вот этот дает 331, этот дает 86 всего лишь. Я, получается, помню, что вот такой маленький построил для того, чтобы по-быстрому энергию восстановить. О! Что он здесь делает? О, видали? Это что такое? Какие-то корни дерева, и на них рост цеолит. Фига, прикольно вообще. А чё? В смысле? А как это? Где? Откуда? Блин, интересно. Слушайте, какие-то корни откуда-то взялись. Нормально вообще. Так, я тогда пока вот это собираю. Я пока это разберу, пусть у меня восстановится энергия. У меня, короче, есть, получается, вот это делать из одного стержня. Мне нужен один у меня есть, и мне нужно сделать еще один. А еще один я смогу сделать, если найду либо урановую пещеру, которую я не знаю, где пока искать, потому что там мы бегали, я вроде бы урана новенького там не видел. Можно попробовать вызвать, короче, уран просто из космоса, да? С помощью ракеты. Давайте посмотрим. Так, иридиевые, вот, урановые. Мне нужно 2 суперсплава, ракетный двигатель и 3 кобальта. Ракетный двигатель, мне кажется, или у меня где-то был? О, видали? Класс, вообще, слушайте, так красиво здесь у меня будет. Прям у бабушки на даче, вообще кайф. Так, двигатель. Я его, наверное, куда-то уже потратил. На какую-то ракету, скорее всего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Два не хватает. Было бы вообще четенько как раз. Окей. Двигатель из 2 уранов, 1 иридиевый стержень и суперсплав. Ну, давайте. Так, иридиевый стержень. 2 урана. Делаем двигатель. Так, двигатель сделали. Мне нужно теперь 3 кобальта. Что там еще надо было? Что-то еще надо было. Я забыл. Так, кобальт раз. Кобальта здесь нет. Раз, два, три, есть.
Чё ты от меня хочешь? Давай проверим. Два суперсплава он от меня хочет. У меня суперсплавов, конечно же, вообще ноль. Но благо у меня есть вот куча всяких ресурсов. И у меня еще есть алюминий. И мы сейчас из них сделаем. Так, давайте летим на базу. Летим сюда. Подбегаем сюда. Суперсплав делаем один. Там три надо было? Блять, ну на всякий случай надо три сделать. Так, еще один алюминий мне нужен. Раз, два, три. Вот так вот. Так, получается раз, два. Все, три суперсплава. Двигатель. Че? Подожди. Три кобальта, да. Сейчас. Кобальты мы соберем. А у меня, по-моему, здесь еще чуть-чуть осталось. Раз, два, три. Все, да. Теперь мне, по идее, должно хватить на ракету. Сейчас она прилетит. Принесет нам уран. И мы с вами будем его собирать. Мне нужно сделать несколько ядерных установок новеньких. У меня же, получается, новых-то рецептов не предвидится, да? Новых рецептов не предвидится. Так, экстрактор газа. Газ, понятно. Генератор водорослей. Смельчитель. Это мне не надо. В принципе, у меня типа все есть. Из такого, то что мне открыто. О! Блин, ни хрена, чуть прям по куполу не прилетело. А, серьезно? Это он так далеко упал? Так, ладно, давайте, что у меня по ресурсам? Сейчас мы их все выложим, чтобы нам насобирать. Вот это надо выложить. И сейчас будем собирать, получается, уранчик. Куда он упал? Куда ты упал? Уранчик. О, вот он. Так, давай. У меня до сих пор Т2, блин, у меня же там был Т4. Куда он делся вообще? Что-то я не понял. Или я его потратил на что-то другое, типа, более интересное. Надо по-любому сделать вот этот чип Т4, потому что что-то как-то он медленно. Давайте посмотрим, из чего он делается сейчас. Как раз пока уран тут везде падает. Давайте раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Как раз один сейчас стержень я сделаю тут. Стержень я сделал. И чип добычи Т4 делается из Т3. Т3 делается кремний, алюминий. Кремний, алюминий у меня, естественно, есть. Алюминий здесь, кремний у меня лежал где-то вот здесь, да. Так, значит, Т2 убираем, делаем чип Т3. И чип Т4 делается кремний, осмий, супер сплав. Материалы. Осмий у меня есть. Алюминий у меня есть. И нужен еще супер сплав. Супер сплав делается у нас из... Раз, два, три, четыре, пять. И нужен кобальт. Так, вон там уран упал, я вижу, окей. Но здесь-то, наверное, я все кобальты уже собрал, да? Да, тут даже вообще, даже намека нету. Сейчас мы найдем. О, нашел, отлично. Собрал. Все, сейчас суперсплав делаем. У меня как раз будет Т4, я смогу быстренько все это, короче, вообще прям моментально все ресурсы собирать. Я не знаю, почему у меня Т2 тут. И мне казалось, что я делал Т4. Были такие ощущения. Так, все, Т4. Блядь, серьезно? Кремний, кремний нужен был для этого, да? Все, окей. Я сделал Т4, поставил. А теперь отправляемся за ураном. Вон у нас, раз, два. Сейчас мы насобираем, думаю, где-то два. Ну, два реактора мне должно хватить. Это что получается? Три стержня, 3 на 9, 27. Мне нужно минимум сейчас кусочков. Так, раз. Ой, здесь так офигенно подсвечивается. Слушайте, вообще кайф. Давайте вот так вот попробую. Ну, типа предварительно пусть будет заставочка, если ничего более интересного не найду. А, ну все, понял. Подожди, так когда он должен был укатиться тогда? Вот он, да. Ай, блин, мешает собака. Так, два, три, четыре. Давай. Блин, небо такое достаточно прикольное, красивенькое.
4, здесь понятно, это у нас... А куда туда упали осколки? Вот они. 5. Ой-ой-ой, тут ничего не вижу, не могу попасть, блядь. Ну, о, давай. 5. Подожди, 1, 2, 3, 4, 5. Уже 6. Так, это 7. 8. Я еще даже на один не насобирал, серьезно? Где еще тогда? Давай. Блин, они вот если в озеро упали, я их только так, получается, вижу, потому что сквозь воду свет не проступает. То есть, допустим, капсул не видно. Здесь это просто... Блин, зато красивенько в воде отражается, да? Ну, это же просто ядро. Да, вот ядро исчезло, и все. По крайней мере, они должны в темноте светиться. Ну, будете светиться в темноте? Не будете. Ладно, давайте пробуем, ныряем под воду, посмотрим. Здесь, если не упало в озеро... Но, кажись, в озеро больше ничего не упало. Отсюда вообще не вижу. Ничего не достает. О, нет, вот, смотрите, вот есть. Из-под воды же не видно? Да, видите? Абсолютно не проникает. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, я такой на одну палочку насобирал. Но как раз для одного реактора мне этого хватит. Мне нужно теперь еще на один реактор надо насобирать. Еще на один. Это 27, да? Так, отлично. Тут у нас что-то мелькает, это не то, что мне надо, мелькает. Смотрим, где тут еще что-то попадало, либо нет. Так. Блин, у нас уже почти миллион терроиндекса. Слушайте, мы уже половиночку 500 тысяч преодолели. Это что такое? Это камень такой? Ну, издалека как избушка выглядел, да, вот потом. И если издалека назад отмотать, ощущение, что, знаете, просто как будто избушка деревянная такая под водой находится, затопленная. Так, давайте-то искать следующие. Они, по идее, не должны пропадать, потому что я видел такую информацию на этом... Ну, когда почноуты читал, что, типа, они написали, что вот эти метеоритные, которые ресурсы падают, они, типа, их кулдаун исчезновения увеличили. То есть они должны исчезать позже. Так, вот, я нашел. Блин, ну только я не могу достать здесь. Придется ждать, пока вот эти камни исчезнут. А где остальное? А, вот, ни хрена себе, серьезно? Так, раз. Все, отлично, собрали. Блин, они их так вообще неудобно глубоко за этими камнями сделали. Так, окей, ну что, придется, по крайней мере, вот это точно придется ждать, пока исчезнет. Здесь смотрим, если что-то в воду упало. То есть такой, блядь, под водой вообще прикол. Так, доработать не должно, разрабы. Не должно такого быть. Так, где тут еще? Где-то же что-то точно, что-то еще падало. Это что такое? Еще один целит, тут еще один корень. Почему-то, короче, вот вы под этими камнями какие-то корни появляются, и на них целит растет. Это вообще прикольно. Это прям классно. Так, вот здесь кратер, я знаю. Но под этим кратером нету ничегосеньки. Ничегосеньки нету. Так, летим. Вот здесь большое озеро. Возможно, в него что-то упало. Нет, в него ни хрена не упало. А куда? Что-то, мне кажется, или мы мало-мало собрали как-то. Всего лишь, по-моему, 4 метеорита я собрал. Больше я не вижу. Больше не вижу. Здесь... Нету ничего. О, еще один циолит. Видали? Еще один корешок здесь растет. Блин, прикольная тема вообще. Слушайте, красиво смотрится. Самое главное, это что, как обычно. Все как мне нравится. О, иридий есть, нормально. Короче, сюда не упали. Нам надо туда тогда вот так вот подлететь, в ту сторону. Возможно, там еще один-два-то я должен буду найти. Здесь не исчезли? Где вот здесь были камни? Подожди, я не понял. Это же было здесь? Блять. Где? Это должно быть... Блин, они до сих пор не исчезли. А там кусочек вот валяется один. Так, здесь получается нету. Тут нету. Короче, два штуки здесь у нас где-то вот валяются. Да, придется ждать, когда исчезнут вот эти камни. Давайте тогда в эту сторону сейчас проедем, посмотрим.
Вот, я вижу, там что-то мигает. О, у меня есть разбрызгиватель Т1, а он обычный, да? В него ничего нельзя вставить. Хорошо. Так, окей. Раз, раз. Отлично, отлично. Как раз еще для 3-4 должно хватить камешков. Собираем, собираем. И на этом... О, еще один, офигеть, круто. Еще два. Так, я вижу один. Раз, раз. Все, у меня места нет. Давайте воду тогда выпьем. Еще вот этот один соберем. У меня еще один остался. Ну, воду, в принципе, можно вот эту выкинуть. Блин, еще один уран. Давайте еще одну вот эту воду выкинем. Все, отлично. Больше, кажись, нету, да? Сюда ничего не упало? Ну, тут что-то ничего не мигает, значит, еще не упало. Все, окей, едем на базу. А, и, собственно... О, еще один циолит. Прикольно. Слушайте, их так много здесь стало появляться, офигенно. Единственное, что их применять особо некуда. Ну да ладно. Делаем, короче, вот у меня один стержень есть. Мне нужен еще один. Еще один. У меня еще, вот как раз три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот мне два, как раз те два надо. Вот те два, которые там под водой валяются, вот они мне и нужны. Даже один, даже один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот еще один. Все, я смогу сделать два реактора. Мне нужен порошок, сплав и две бутылки воды, которые я как раз выкинул. Ну, не беда, сейчас я их подберу просто вот здесь. Да? Вот они, раз, два. И суперсплав, 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 естественно, мы сделаем вручную. Делается он из 1, 2, 3, 4, 5. И мне нужен кобальт многострадальный, которого у меня просто супер-мега-дефицит. Ну ничего, сейчас мы его найдем. Так, тут он не появился. Вот он, как раз появился. О, ракеты для семян. Надо сейчас сделать, сейчас мы сделаем, сейчас мы сделаем. Так, и делаем... я забыл, где делать суперсплав. А, вот здесь он делается. Все. Теперь ставим реактор. Давай. Реактор ставим... Но вода, кажись, больше особо не прибывает, поэтому реактор можно будет замутить вот здесь. О, все. Кайф. И мне теперь что надо? Подождите. Не понял, не понял, не понял, не понял. Так у меня же было... Раз... А, блин, у меня только два стержня будет. А, ну и там еще один, который уже в этом есть, да? Все, окей. Так, здесь что выросло? Баклажанчик вырос. Отлично. О, кстати, знаете, сейчас что заметил? После обновы не надо заново семена сюда вставлять. То есть они продолжают сразу расти дальше. Это круто. Вот это хорошо они придумали, конечно, что не надо вот этой рутиной заниматься, то есть оно автоматически просто дальше само продолжает туда уже капать. Так, значит, еду мы ложим сюда, циолит у нас что-то вот здесь прописался, поэтому он будет жить здесь. Все, это мы собрали. Теперь получается, давайте смотреть ракету, что у нас там по ракете. Сейчас мы посмотрим, из чего она состоит и что она нам дает. Если она нам даст супер-мега-траву на планете, то это будет вообще офигенно. Где она? Ракета для семян. Это с биомассой, а это... А, во-во-во, мутагены, образец бактерий. Коэффициент кислорода 1000. 1000 кислорода. Ладно. Ракетный двигатель и два суперсплава. Бактерия, мутаген и кора дерева. Окей, в принципе, выглядит не суперсложно. Так, а я могу здесь дверь поставить? Мне нужно железо и титан. Давайте сделаем, это не проблема. Ну, вот так вот делаем. Раз, все, ставим дверь. Отлично, кора дерева, вот она. Готово. Потом, мне нужен мутаген. Он делается из образец бактерий, метановый картридж и сера. Образец бактерий делается 3 воды, 3 бактерии. Ой, 3 водоросли. Водоросли у меня вот 1, 2, 3. А вода у нас вот здесь. В принципе, пока ничего сложного не вижу. 1, 2, 3. Отлично. И мне нужен еще один образец бактерий, да, будет? Да, потому что там идет мутаген и плюс образец бактерий. Так, делаем так.
И мне теперь нужен серый метановый картридж. Все это у меня где-то должно быть. Я его разве не собирал, что ли? Из экстрактора, вот из этого. Ну да, ладно. Он типа сразу, видали? То есть он даже не исчез, типа я собрал один, и тут же второй появился. Мутаген готов. Теперь мне нужен еще один образец. Раз, два, три. Еще три воды. Блин, такие побегушки вообще, офигеть. Так, вода раз. Вода раз, два. Отлично, образец есть. Потом ракетный двигатель, надо запомнить. Отлично, это у меня есть. Мне нужен ракетный двигатель. Он делается из 2 урана, иридиум-стержень и суперсплав. Ну, суперсплав, естественно, у нас мы делаем. Один нужен? Один. Так, мне титана не хватает, с кобальтом опять. Блядь, серьезно, вы что, издеваетесь надо мной? Они решили... Реально надо мной издеваться, потому что у меня вот эти все ресурсы, которые типа валяются везде. Они ни хрена не валяются у меня в кармане. Так, мне по-любому еще нужен будет вот это все. Надо сразу парочку сплавов сделать. Потому что они там, по-моему, для ракеты еще нужны. Так, окей, раз, два. Еще мне не хватает алюминия. Алюминий у меня уже кончился, да, весь? Здесь нету, ну ладно, не беда. Мне нужен 2 урана, раз, два, и иридиевый стержень. Мы делаем двигатель. Так, окей, и что там еще нужно было? Если один суперсплав, то у меня как раз в запасе есть. Я подготовился. Так, 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 так. Так, так. Сука, еще один нужен, еще один. У меня как раз не хватает... Так, раз, два, три, четыре, пять. Мне как раз... Это что такое? Что за хуйня происходит, ребята? Что это такое? Ебать. Блять, что происходит? Охуеть! Что? Да, блять, я не понимаю, мне страшно. Что это такое? Ебать. Что? Я еще никакую ракету не запустил. Блять, нихрена себе, просто жесть вообще. Что? Что прилетело? Это суперсплавовый дождь! Охренеть! Это суперсплавовый метеоритный дождь! Вы, блядь, можете в такое поверить? Ебануться! Охренеть! Вы посмотрите, сколько... Сколько нападало всякого добра! Ебаный... Короче, разрабы, видимо, поняли, типа, что суперсплав, его муторно, нудно делать, его нудно искать, и поэтому его нужно благословением на нашу голову просто, блядь, праведным, знаете, как говорится, огнем метеоритным спустить. Ебать, вообще я в шоке просто. У меня нет слов. Я в шоке. Реально. Кучу ресурсов они, во-первых, прислали, да, всяких таких. И суперсплавов просто до хрена, нифига себе вообще, ё-моё. Это что такое? А, это вода, да? Бутылка воды. Ну так собирай её, ёпта. О. Так, у меня кислород кончается. Фу, ребята, слушайте, офигенно, вообще круто, блин. Я не знаю. Это, кстати, про это ничего не было в патчноуте. Это, может быть, было типа в сюрпризах как раз. Что неожиданно суперсплавовый метеоритный дождь. Ебать, вообще просто разрыв башки, охренеть.
Ну все, у меня теперь на ракету есть суперсплав. Я искал всего лишь один. Мне нужен был всего лишь алюминий для того, чтобы сделать суперсплав. А они мне, блядь, спустили здесь целую... Огромную, блин, это... Офигеть. Ну, кстати, его не так много упало. Да, вот эта куча вообще падала. Но в итоге я нашел, ну, что-то меньше 10 штук. Но зато обычных ресурсов. Теперь, короче, видимо... Так, скорее всего, выглядит именно обычный, типа, ресурсный дождь, да? То есть, если до этой крупной обновы у нас там он был похож, ну, на обычный, типа, то есть, помните, такой оранжевый? То есть, есть красный иридиевый, зелененький, это урановый. Есть такой обычный, типа, оранжевый. Это метеоритный дождь, то есть, который приносит обычные ресурсы. А это, видимо, такой, типа, прям, ну, вместе с суперсплавом, супермощный, ебланский, крутой. Страшный. О, фига, здесь огромное растение. Ну все, let's go, давай мне кислородик. Вот сейчас у нас 692, сейчас мы посмотрим, сколько он нам даст. По-любому что-то еще прилетит, что-то еще упадет. Все, улетела малышка. Смотрим, 693. Сразу начинается, да, вот какой-то урга. Так, и что? И что, что-то будет падать? Что-то будет падать? Или будет просто такая зелененькая? Ну, пока просто похоже на обычную зелененькую. Такой ураганчик. Но не знаю насчет терроиндекса. По-моему, он с такой же скоростью бежит, как и был. Так, у меня, знаете что, я же вот эту штуку, да, хотел. Мне две воды не хватает. Давайте две воды возьмем. Раз, два. И поставим. Я что-то хотел сейчас цветы посадить, блин. А меня эта электроэнергия все мне испортила. Здесь мы посадим... О, ДНК-манипулятор. ДНК-манипулятор, это мне надо. Давайте вот такое. Такого у нас еще нету. Здесь так офигенно сразу. Как в матрице, знаете, такой зеленый фильтр. Офигеть, да, вот эта пыльца зелененькая началась. Это что-то у нас такое... А, это было с биоракеты, да, первый раз, первым, который пускали. Там было похоже тоже, началась такая пруга с такими этими. Короче, тоже было похоже, типа ураган. Вот эта пыльца летала и что-то там у нас произошло. Ну, ощущение, как будто бы просто трава стала повыше, знаете. Давайте посмотрим на прогресс, кстати, посмотрим прогресс. Вот он, да, деревья. Деревья у нас будут... А, все, мы достигли, короче, получается, травы полностью. У нас поэтому открылся вот этот ДНК-манипулятор. Я понял, да, все, отлично. Мозг у меня тут не зря в голове находится внутри. Я дважды два сложил. Окей, ДНК-манипулятор, что делает? Манипулирует ДНК для создания новых генов. У меня все есть, у меня же... Нагреватель Т4? Серьезно? Охренеть, что он нагревает? Офигеть, у него рецепт жесть. Он, короче, смотрите, этот дает 28 тепла, 0,6 давления и потребляет 17 энергии. Эта хрень потребляет 50 энергии, дает 35 давления, 538 тепла. Нихуя себе. Это во сколько раз больше? Подожди, это 30 и, ну, грубо говоря, 30 и 500, это в 100 с лишним раз больше эта хрень дает. Ебать. То есть, может, просто вот эти все, ну, я их не буду, конечно, сносить. Ну, потом, что у них там рецепты-то? Ну, у них перидевые стержни. Ну, давайте сначала сделаем ДНК вот эту штуку манипулятивную, да? Осмий, самородок пластика. Вот это у меня есть. Мне нужно только взрывчатый порошок единственное сделать. Вот, осмий. И все, взрывчатый порошок, по-моему, делается вообще изич. Изич, я его научился делать. Он делается всего лишь из двух сер и иридий. Раз, два и иридий, да? Ой, нет, не вот это, вот это. Все. Так, сейчас сначала делаем порошочек. Порошочек готов. Ну, давайте его вот здесь поставим. Пусть вот так вот непринужденно в уголку стоит. Genetic Engineer я получил. Достижение. Кайф, ребята. Давайте смотреть, что я могу сделать. Исследование. Что? Получен стержень из супер...
Серьезно, стержень суперсплава? Охренеть, рецепт, ебать, жесть. Так, а что у меня, кстати, по ранцу? Наверное, инста 3 есть, да. Стержень суперсплава, охренеть, куда он нужен-то, блин? И что я могу сделать? Ну, допустим, давайте. Совпадение не найдено. Это, я думаю, надо, знаете, что? Это надо вот это делать. Допустим, о, давайте, знаете, что сделаем? Лук, гриб и баклажан. А? Мне кажется, должно что-то прикольно получиться. Лук, гриб и баклажан. Раз, два, три. Не найдено. Ну давайте один баклажан. Не найдено. Ты охренел, а что здесь делать-то надо? Не найдено. Манипулирует ДНК для создания новых генов. Блин, здесь так красиво, слушайте, вот так вот ночью. Офигеть, вообще кайф. Ну давайте, не знаю, кору дерева, блядь, сюда засунем. Не найдено. Чё? А какая-то будет, типа, инструкция? Может, какое-то сообщение новенькое приходило? Нету. Блин, а как этой хернёй-то управлять тогда? Вы меня, конечно, извините, но как этим управлять? У меня доступна 190 энергии, окей. Знаете, что я тут подумал? Может быть, нам сделать третью ракету навигационную, да? Как раз это будет последняя ракета у нас не построенная. Так, давайте посмотрим. Пока с ДНК что-то я вообще... А, у меня она еще не открыта. Все, я понял, окей. Сейчас, секунду, надо мысли много собрать. Короче, ДНК не работает почему-то, почему, я не понимаю почему. Давайте попробовать цветы. Давайте пробовать цветы, допустим, вот это, семя лирмы. Вот это попробуем. Давайте засунем, я не знаю, что с ним делать. А может ему кварц вот этот нужен, а? Может ему вот это надо, пульсирующий кварц. Что он дает? Супер энергию, но вряд ли. Не найдено. Давайте вот это. Не найдено. Блять. Да в смысле совпадение не найдено? А что это тогда дает? Я не понимаю. А, бля, я вообще... Оказывается, у меня здесь ничего нету. Вот, вот здесь вот. Внутри вот этой коробки там пустота. Потому что вот, блядь, экран. Еще один. Тут есть рецепты. Блядь. Кринж, стыд. Ладно, давайте по порядку. Кора дерева, семя шанга и мутаген. А, мутаген нужен, короче, все. Семена дерева алиатус. Ёпа. Семена дерева цернея. А куда их потом девать-то? Где они будут расти? 125 коэффициент, охренеть. Вот, у меня есть семя лирмы, мне нужен, короче, мутаген. Мутаген делается из серы, образец бактерий. Ну, давайте сделаем. Давайте попробуем, да? Раз, два, три. А потом, значит, ну, мы вот это выложим. Так, хотя я голодненький, давайте перекусим. По поводу потом вот это мы тоже выложим. Это мне пока не надо. По поводу всяких металлов и так далее, давайте вот это тоже все выложим. Потому что оно мне немножечко мешается. Так, отлично, это мы выложили обычные минералы. Давайте кремний сюда. Так, что мне нужен, короче, картридж. Окей. Берем картридж. А, нет, смотрите-ка. Он не появляется сразу. Почему я тогда подумал, что он сразу появился? Не знаю. Берем воду. Одну мы выпиваем. Делаем, получается, вот такую штуку. Отлично. И теперь делаем... Чё, сера, ты охренел? У меня же миллион было серы. Давай. Давай. Все, мутаген мы получили. Теперь рецепт. Кора, мутаген и семя лирмы. Семя лирмы, кора и мутаген. Только надо не так, надо вот так. Нет, подожди, по-моему, было вот так. Кора, мутаген и семя. Да, чтобы прям чётенько. Начать секвентирование. О, еще и время какое-то. Слушайте, а потом куда это девать? Это потом я могу поставить вот в такую типа штуку, во флоростенд. И оно внутри там будет расти. А я хочу, чтобы оно у меня росло типа прям на улице. Так можно сделать? Типа я сюда посадил, оно бам. Просто взяло да выросло.
Было бы офигенно, было бы офигенно. Так, давайте, знаете что, пробовать делать, короче, нагреватели-обогреватели. Что нам для этого надо? Нам нужен взрывчатый порошок. Взрывчатый порошок делается из сера и иридия, да? Сера и два иридия, по-моему. Взрывчатый порошок, значит, делаем. Две серы, один иридий. Короче, я перепутал. Ну, давайте для двух тогда сделаем. Четыре, короче, серы, два иридия. Окей, делаем два порошочка. Два порошочка, раз, два. Потом мне надо, значит, два иридиевых стержня. Мне нужно четыре иридиевых стержня, да, тогда? Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У меня не хватит. У меня не хватит на два. Так, отлично. И теперь я могу, значит, его поставить. А ставить мы его будем... Ну вот, я здесь начал, да, давайте попробуем сюда запендюрить. Охуеть. Он, наверное, для улицы, да? Он, скорее всего, для улицы. Здесь что? А, у меня здесь наверху биокупол, я аж обосрался. Ну, чё? Что не так? Ладно, окей. Так, спускаемся. Здесь спускаемся. Он реально для улицы? Да, он для улицы. Охренеть. Первый раз обогреватель ставим на улице. Давайте он будет у нас... я не знаю. Куда его можем поставить? Ну, давайте пусть вот здесь. Здесь такая площадка нормальная. Поставим его сюда. Ебать, вот это бандура. Охренеть. Просто жесть вообще. Сразу терроиндекс, мне кажется, вообще хорошо побежал. Окей, тогда получается, что, смотрите, мы... У меня просто кончились все сплавы, да, которые есть. А этот... Здесь нужен суперсплав? Здесь не нужен суперсплав. То есть он берет только стержень. То есть я могу отсюда стержни подоставать. Но суперсплавы мне не достать. Суперсплав мне нужно делать вручную. Для этого мне нужен алюминий. Давайте попробуем достать алюминий. Блин, еще бы эта херня прилетела, было бы вообще офигенно. Я больше не нашел, не знаю. Надеюсь, что здесь будет валяться. Но, судя по наблюдениям, что-то не валяется. Нифига. Так, а здесь-то вообще пропало, нет? Уран. Так, вот как раз этот один. А второй был... Где был второй? Здесь как-то что-то подгорело. Где был второй? Он был в каких-то камнях. Где эти камни? Блин, слушайте, я не вижу. Я не вижу. Где-то же был второй. Куда он делся? Ну? Может быть, тоже под водой? Да нет. Блин. Куда я его потерял, что ли? А, вот же он. Все, нашел. Отлично. Все, как раз мне там на один стержень должно хватить. Этого мне должно хватить для того, чтобы сделать еще один реактор. Такие хуйни огромные как раз нужно... с большим реактором содержать. Все, забираем все. У меня хватит только на... Блин, мне только на один суперсплав хватит. У меня больше нет. Найти бы еще. Найти бы еще. Давайте попробуем пробежаться. Пробежаться вот сюда. Может быть, сюда упало. Может быть, сюда упал. Все-таки хотя бы один маленький, малепусечный, крошечный суперсплавчик. Ну, что-то, кажись, даже не пахнет, даже не пахнет, блин. Это что, это не то, это все не то, здесь тоже все не то, это все, короче, все титаны, кремний, железо и прочая шелупонь, которые у меня просто завались. Но может быть, все-таки здесь будет? Ну-ка, может, я один пропустил? Надеюсь, что я пропустил один. Они столько падались, знаете, везде вообще. Они по моей базе шлепались. Они вообще повсюду падали. Блин, под каждым таким камешком есть циолит. Офигенно вообще. И все, я типа все... Их просто получается 10 штук упало, да, наверное. Ну, скорее всего. Как я понимаю. Смотрите, здесь куча ресурсов. Причем это видно, что новые ресурсы. Это которые я не собирал. И здесь тоже. Офигенно. Так. Давай, ну один-то должен же быть. Пожалуйста. Плиз, я прошу тебя. Нет. Короче, мои мольбы услышаны не были, поэтому... Блин, здесь так офигенно, здесь такой оазис.
Травка растет. Слушайте, красота, да? Красотища. Мне нравится вот так вот выглядит. Прям картинка вообще. На рабочий стол можно ставить. Короче, нету суперсплавов больше никаких. Ладно. Так уж и быть. Так уж и быть. Погнали, короче, тогда обратно. Делаем один. А алюминий где я могу достать? Придется ждать. Алюминий придется ждать, пока он там скрафтится. Так, делаем, короче, суперсплав. Чё, кобальта не хватает? Ты чё, ошалел, блядь? Я ж только что всерьез... А, там не появляется кобальт, получается, в той штуке, да? Блин. Ну ладно, вот есть, все, не жалуйся. Давай. Беготня это бесконечная, но зато, блин, слушайте, с пользой серия, мне кажется, получилась вообще кайф. Окей. Здесь суперсплав не нужен, мне... Нужно где-то взять еще один. Мне чего не хватает? Кобальта и алюминия. У меня его, естественно, нигде нету, да, здесь? Да, блин. Так, зато у меня вот это есть. Раз. И сразу делаю. Так. Одного? Он же на что-то здесь потратил. Вот, скорее всего, вот, на ракетный двигатель. Что-нибудь типа такого. Блин. Жопа. Ладно. Это сюда. Здесь нету. Здесь, может быть, здесь? Нет. О, у меня зато порошок есть. Видали? То есть я мог его не делать, в принципе. Ладно. Это мы выложим сюда. Это пока мы тоже выложим сюда. Два суперсплава. Мне нужен еще один. Где мне его взять? Надеюсь, там уже насобиралось. Воду пьем. А я могу еще одну там такую же штуку? У меня экстрактор Т2 открылся, кстати. Я что-то этого даже не заметил. Ни хрена себе. Добывает более редкие руды из земли. То есть это, возможно, я смогу в этих, в пещерах добывать, типа, всякий уран, там, например, осмий, да, и всякое такое. Че надо? Слушайте, у него рецепты вообще ебланские. Стержень суперсплава, это там сколько нужно? 8 суперсплавов и один... Что-то там, я не помню. То ли алюминий, то ли что-то еще. Блин, это жесть рецепт. Где мне их брать? Вот как раз вот они мне упали, да? О-о-о. Блин, нет. Повелся. Офигеть, красота. Вы посмотрите, какой кайф. Вообще, вы посмотрите. Офигенно. Блин. Круто очень. Взобраться? Охренеть! Это так заебись выглядит. Блин, кайф вообще. Серьезно? Не, блин, вот это сюрприз. Под конец серии. Это прям вообще охерительно. Здесь даже сундучок есть. Всяких прикольчиков много. Блин, ребята, это такой кайф. Слушайте, так приятно. Такое было найти. О, офигеть, крутой вид вообще. Серьезно, я даже не знал, что здесь такое есть. Я бы, наверное, никогда бы не заметил, если бы не увидел, типа, слово это «взобраться». Серьезно, здесь всегда такое было? Видали, здесь уже хищные растения появились, которые охотятся, по идее, на насекомых. А насекомых-то у меня еще нет, так что... О, клевое дерево, слушайте, большое. Блин, круто вообще... А нафига столько циолита? Он как будто бы, знаете, какой-то супер важный ресурс. Его так много здесь хотят мне дать. Так, ну я вот это выложу. Вот здесь грибы есть, видали? Здесь порошочек есть. Так, давайте соберем. Что еще? Ну я вот это сейчас все поукладываю, самое обычное. Так, лука у меня до хрена. Шок вообще просто. Я реально в шоке. Тут два раза за серию меня так удивить. Это, блядь, это же просто охеренно. Блин, прикольно вообще. Такая оранжерея, знаете, небольшая. Потом здесь, интересно, зарастет. Может, здесь еще какие-то животные будут вводиться. Не, это, конечно, кайф. Блин, ребята, это было просто
Мое почтение. Разрабы, блин, не устают меня удивлять. Здесь алюминия нету. Здесь внутри пещеры, видимо, экосистема такая интересная, что тут... Опс, 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 опс. Ай, блядь, я проворонил кислород. Я, наверное, не успею долететь. Короче, вот над этими вещами в очередной раз, я не знаю, мне кажется, я уже каждую серию, блядь, палю разрабов. В очередной раз разрабы просто показали, что они мастера вот в этой всей херне. Это реально круто. Даже в больших каких-то, знаете, там бывает проектах так классно не обыгрываются вот эти всякие вещи. Я не знаю, блин, ребята. Чё я там хотел делать? А, я алюминий искал, я алюминий не нашел. Но я уже потом найду его в следующей серии. На этом, ребятки, у нас время, к сожалению, подошло к концу. Огромное спасибо, что досмотрели видео до самого конца. Обязательно ставьте лайки, конечно же, комментируйте. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще почему-то этого не сделали. Нельзя так делать. Подписывайтесь. Ставьте колокольчики, конечно же, тоже. Да, чтобы не пропускать новые видосики-то. Вы об этом не забываете. Хотя я уверен, что вы и так о них не забываете, но все равно. Вдруг где-то когда-то вы об этом забудете, поэтому колокольчик вам всегда напомнит. Так что вы его нажмите. Ну и естественно, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и на Телеграм-канал. Там, я еще раз вам напоминаю, есть закрепленные посты. Такие вот посты, они квадратного или прямоугольного вида, да, вот такого. В них вы можете, ну, в комментариях под этими постами, вы можете предложить свои игры, которые вы бы хотели видеть на стримах, которые начнутся 20 июня и будут проходить почти каждый день на протяжении, там, ну, недельки-две постараюсь выдержать такой график. Так что, ребятки, я все сказал. Желаю всего самого замечательного. С вами был Ракслер. Всем пока.